Сегодня горел психоневрологический интернат, но условно. В лечебном заведении были проведены пожарно-тактические учения с эвакуацией пациентов. По легенде, в здании во время пожара находились два сотрудника, которых не успели вывести из помещения. Поиск и спасение пострадавших у пожарных заняли 4 минуты. Также на объекте были проведены учения по ликвидации теракта и обезвреживанию бомбы. В составе команды были представители администрации города, полиции, службы электросетей, горгаза, ФСБ, МЧС и медицинские работники. Учения расцениваем действия персонала, в первую очередь ПНИ, на оценку отлично. Пожарные подразделения свои задачи справились удовлетворительно. За учениями также наблюдал заместитель министра труда и социальных отношений. Как говорит Альфир Садридинов, такого рода учения проходят регулярно и во всех лечебных интернатах Республики Башкортостан. В этом году проехали в южную часть, где находятся наши психоневрологические интернаты. Наши учреждения проводят сами тренировочные учения. Они практически проходят ежеквартально, частичной, полной эвакуации людей –